Ребята, вы зашли на 4 минуты раньше. У меня самый разгар разговора был с мусульманами. Пришлось оторвать их, и они меня благословили, я ушел. Камера уже где-то задействована, да, в одной какой-то программе открытой, то уже она одновременно другой в скайпе не будет работать. На две программы. Игнат Тихонович, все, мы видим вас. Так, слушайте, сейчас, подождите. У меня маленькая новинка получилась разговаривать, которая атеист безбожник. Помог мне сегодня в этом деле отсутствующий Сергей Павлович Пупков. Я вот говорю с человеком, когда... Я говорю, скажи, вот слово лицо, лицо к кому относится? Если мы сродни всем животным, мы можем сказать, у слона лицо? Нет. У быка, у коровы лицо только у человека. Почему? И теперь чело, мы не скажем чело, там где-то у кита, у барана, только у человека, человек. То есть человек, чело лбом, разумом, он должен направляться в вечность, человек. А вот у животного морда, морда. И поэтому надевают намордник. Так и называется намордник, так продается. Не на лицевик какой-то, а намордник. То есть это еще одно из доказательств, что человек уникум, и он хозяин, лидер, владетель всего, что сотворил Бог. У него лицо и чело. Мы начинаем исследовать, и они ничего не могут ответить. А то у меня сегодня оно первый раз применил это с ними. Да. Ну а как сегодня-то было вообще? Попадались хорошие собеседники? Хорошие попадались, но маловато, потому что все идет, чернота какая-то мелькает, ничего нету. У меня прошло минут, наверное, 20, ни одного человека нету. Глянут, он у меня видит только, я перекрещусь, он сразу кувырка его как нету. Только перекрещусь вот так, и говорю, слава Иисусу Христу, он кувырка его нету. А некоторые остались. И начал там говорить, там я тогда ему да сразу беру и вот так вот подставляю Коран-то показать. Надо Коран каждому достать, чтобы показать-то. Он, а я крещеный. Я говорю, тем более спросится с тебя. Хорошо время прошло, но маловато. Я не успеваю никак. Но потом я пришлю. Если у меня не будет хватать, я с утреннего могу взять. Потому что... Да нет, нет, хватает там. Наоборот, меньше надо, чтобы для большого, для ролика там много. Ну, я не знаю, если хватит, да хватит. Ну, в общем, качество нужно, качество. Минут 25, например, у меня будет, наберется. Они, достаточно. Некоторые не у будут. Меня тоже, то же самое. 20 минут, 25 минут, ничего не было. Мелькает, мелькает, просто один мусор, все, больше да, ничего да, нету. Да, да. А потом... Пошло, и какие-то дети маленькие, и у них Библия дома есть, и сразу нормальный разговор. На ресурсы зашли, подписались. Потом следующий, еще какой-то парень, что-то там кривлялся, я ему божественную истину стал говорить, он глаза так выпучил, слушал, слушал, минут пять слушал и поблагодарил, все, разошлись. Ответишь. Следующий тоже слушал, слушал, поблагодарили, разошлись. Надо вот еще найти нам, чтобы до 16 довести. Если мы 16 человек выйдем сразу, то у нас будет за воскресный день ролика 4-5. Это будет очень сильный уже толчок. Притом видно по-разному, как мы говорим. И общее что-то есть. Ну что, все тогда? Ну общее. А. Вот я смотрю ваши ролики, смотрю, и у меня рефлекторно вылетает, потому что я уже насмотрелся. Раз, и то, что вы уже говорили, просто рефлексом.
А я в интернете встречаю там мои афоризмы, часто люди пользуются, то в одном месте, то в другом. Тут один, интересно, вот так вот на днях. О, Игнатий Тихонович, ой-ой-ой, да откуда вы? А я на нее посмотрел, кто такой-то? Да я ж казак, казак. А он, мы были, наша ставка была первый год, когда далеко поехали, шахта Ростовской области. И там нас принял Суворов, батюшкин друг, священник Суворов, это его родной брат. А это его племянник, его сейчас избрали там атаманом. И вот он разговорились мы с ним, все как... Я говорю, мы каждый день о вас молимся, о всех помогавших нам. Вот даже сроду не подумал бы, что встретишь человека, а который заходит сюда, тот меня Тихоном назовут, то еще как-то. Я говорю, так я ж подписан на ваш канал. Таких людей я могу назвать уже больше десяткой, которые здесь встретились. Я сегодня вот общался с человеком, он знает ваш канал, он говорит, жесткий мужик Игнат Тихонович. Жесткий. Но я не это не любвист, по крайней мере, не любвист и не подкаблучник. Тогда был Степаненко здесь и говорит, настоящий мужик с большой буквы. А я никогда об этом не думаю. Я просто молюсь и по ходу гляжу, как с кем разговаривать. Если он начинает наглеть, я начинаю печатать тогда. Ну что, ребята, если не считать, расход не жду от вас. А еще работает над каким-то пактом. Не переходить на другую, пока эту не закончите. И обязательно, конечно. Хотя бы на меня что-то напишите, чтобы буквы были. Но с прежним не соединяйте вместе никак. Я не разберу тогда, что мне брать-то. Ну я гляжу, еще двое. Братья. Расскажите, как кто еще сходил-то в рулетку? Да кого вы тогда увидите, когда будет. И вам будет видно. Нет, я читал слово Иоанна Златоуста на русском языке, когда на воскресенье, на Пасху читают. Вот я читал так с выражением, все, и мне этого достаточно было. Два очень хороших беседы, две получил. Да, вот так. Я на американца попал. Это Анатолий. Да. Где-то полчаса разговаривали. Но в английском-то я так более-менее. Вы их на наши ресурсы отсылайте, на наши ресурсы, чтобы когда мы разойдемся, чтобы у него была пища. Вот вы здесь. А есть? Вот там вообще в чат-рулетке есть, куда текст можно скинуть, ссылки. Зачем? Я в скайпе вам скину. Конечно, есть. Я в скайпе скину вам. Есть. Анатолий, есть там? Есть, но она пропадает, когда ты переходишь на другого. Да. А я, кажется, вообще не по той ссылке, что ли, chatroulette.com. Наверное, .ru надо, да? Почему мне американец попал? Да, ты в другую попал. В чат-рулетку, в другую. А, понял. Их там 96, кажется, 96 было разных. А мы по-разному прошли. Япония, Гватемала... Там Аргентина, Испания, Израиль. Все одинаково. Те же самые люди. Блудилище. Огромное, страшное блудилище. И все матершинники. Сквернословы. Но если Бога нет, то сатана полностью овладевает и языком, и глазами похотливыми. И непрерывная ложь. Обман. Библия есть? Да, Библия есть. Я говорю, я уже знаю, где она у вас. А где она? У бабушки за стеной. Но бабушка спит, ее трогать нельзя. Засмеялся. Я так и хотел сказать, говорит. Она у Кураева на полочке стоит, и он ее только берет и целует. Прости, ну, Господи. Другая, то у меня есть, ну покажи, она притащила, написано геометрия. Братья, я отхожу. А мне сегодня показали. А, ну все тогда. По делам расходимся. В 6 часов-то сейчас занятия будут. Да. Помолимся. Помолимся. Поблагодарим. Обязательно. Пусть сам Олег помолится. А ты не сиди, когда молится-то. Все сидишь, как яговист. Виталий. Так я жду, кто будет-то. Да тебе еще кто будет молиться? Стой уже, что ты ложишься-то? Я сказал, а там Олег, кажется, бушил это. Пускай помолится.
нету. Там еще кто-то сегодня есть, он. Урашки. Это, наверное, я в Урашке. У меня камера не работает. Вячеслав Калачев. Ну, раз нету, тогда, я Анатолий, слышу. Давай молись. Благодари. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи, благодарим Тебя, что Ты собрал нас в этот воскресный день и что позволил нам благовествовать Слово Твое Святое не только на русском языке, но и на английском. Господи Боже, позволь нам обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою, чтобы нам жить в согласии с Твоей волей, исполнять заповеди Твои святые и нести Слово Твое Святое всем людям, с кем мы встречаемся, во всякое время и на всяком месте. Господи Боже, хвала Тебе за все, что Ты приносишь каждый день. Ты учишь нас бесконечно, и нет конца Твоим благам. Господи Боже, хвала Тебе. Честь и поклонение, слава и благодарение. Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ну, если я не нужен, отхожу. Аминь. Давайте, я жду от вас новые, там, это, новые вопросы-ответы. А Илья-то этот Вичкутов-то куда делся и нету? Нету пока ответа никакого от него. Ждем. Ждем. Вроде он вызывался. Вы говорили, что он очень желает, и что-то нету. Болеет или что? Отошел.